Притча о двух волках. Когда-то давно мудрый старик открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет собой зло. Это зависть, ревность, сожаление, эгоизм, гнев, амбиции, нетерпение, беспокойство и ложь. Другой волк представляет собой добро. Это мир, любовь, надежда, спокойствие, терпение, истина, доброта и верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце побеждает?» Старик улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».Притча «Ведро с яблоками». Купил человек себе новый дом, большой, красивый, и сад с фруктовыми деревьями возле дома. А рядом, в стареньком доме, жил завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение. То мусор под ворота подбросит, то еще какую-то гадость натворит. Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там ведро с помоями. Человек взял ведро, помой вылил, ведро вычистил до блеска и собирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок. И пошел к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, заранее подумал: «Наконец-то я достал его!» Открывает дверь в надежде на скандал. А человек протянул ему ведро с яблоками и сказал: «Кто чем богат, тот тем и делится».